Жители поселка Березовский вздохнули с облегчением. После нескольких лет мучений наконец-то установили удобный пешеходный переход. Летом они обратились к депутатам законодательного собрания, рассказали, что поселок отделяет от микрорайона сортировочная оживленная трасса. Перехода поблизости нет, но при этом все объекты социальной сферы, включая магазины, школы, детские сады, находятся через дорогу. Так что взрослые дети подвергают свою жизнь опасности по нескольку раз за день. Были даже случаи наезда на пешеходов. Сейчас здесь наконец установили знаки, уложили лежачих полицейских и нанесли разметку. Сейчас очень хорошо, ну, не опасно детей отпускать в школу, то что регулируемый пешеходный переход уступает дорогу, все как по правилам. Сейчас мы, благодаря совместной работе с администрацией Канавинского района, с департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, провели замечательную работу. В итоге мы видим, что за моей спиной нанесена разметка, установлены знаки пешеходного перехода, установлены два лежачих полицейских, и водители уже соблюдают правила движения, скоростной режим, и пешеходам стало намного комфортнее, и самое главное, безопасней.